Flex Snowshoe. Это уникальные снегоступы, действующие по принципу оригами. С помощью таких снегоступов можно беспрепятственно передвигаться по снегу любой плотности, причем их текстура и форма будут приспосабливаться под конкретный рельеф. В конструкции этой обуви имеется механизм, при помощи которого платформа раскладывается и складывается, ориентируясь на положение ноги. Любой человек, интересующийся зимними видами спорта, либо же проживающий в регионе, где выпадание слоев снега толщиной в несколько метров – это норма, скажет, что снегоступы необходимы для увеличения площади следа, чтобы снизить глубину проваливания. И благодаря увеличенной площади, создаваемой снегоступами, путешественники могут с легкостью перемещаться по заснеженным ландшафтам. Инновационные кинематические снегоступы автоматически сворачиваются при поднятии ноги для того, чтобы сделать очередной шаг. Это решает проблему застревания ног в снегу, а также облегчает ходьбу. Благодаря уменьшению габаритов подошвы вам не нужно будет широко расставлять ноги. При желании пользователь может настроить степень расширения снегоступов с целью приспособления данной характеристики к разного рода снежным покровам – от плотного спрессованного снега до мокрой и рыхлой субстанции. Broadcastware. Это революционная цифровая футболка, которая может меняться так часто, как пожелает пользователь. В ее переднюю часть встроена сетка из 960 светодиодов, при помощи которых можно создать на футболке различные надписи, картинки и даже анимацию. При этом размер светящейся сетки составляет 22,5 на 21 см. Загрузка и отображение картинок производится при помощи специального приложения для смартфона. Через приложение владельцы также могут обмениваться изображениями друг с другом. Для включения и выключения светодиодов нужно провести пальцем по сенсорной панели, вшитой в логотип компании на груди слева. Питание LED-панели осуществляется от встроенного плоского аккумулятора, емкости которого хватит на 4 часа работы. При необходимости его можно подзарядить с помощью USB-кабеля. Футболка водостойкая, так что ее можно стирать. Стоимость Broadcastware составляет $99. Gravity. Это музыкальная колонка от Meizu, которая в первую очередь отличается уникальным дизайном. Gravity выглядит так, как будто парит в воздухе. Такой эффект достигается благодаря прозрачному основанию корпуса. Текст и изображение на мониторе тоже имеют эффект парения в воздухе. Металлическая часть корпуса дополняет облик аудиосистемы.
Meizu обещает сделать Gravity качественным продуктом не только внешне. Акустическая система получит 20-ваттные динамики, а частотный диапазон устройства будет составлять от 70 до 20 тысяч Гц. Meizu Gravity поддерживает Bluetooth и Wi-Fi соединение. Также устройство может работать автономно. Подключенный к Wi-Fi динамик способен воспроизводить музыку с потоковых сервисов, например, Spotify или SoundCloud. Стоимость колонки составит $249. Айкача. Это дизайнерский браслет с дисплеем из электронных чернил, который предлагает массу интересных функций. Практически всю поверхность браслета покрывает монохромный 5-дюймовый экран на основе технологии электронных чернил. Айкача, синхронизируясь со смартфоном владельца по Bluetooth Low Energy, может отражать в режиме реального времени различные уведомления, дату, часы, карту, ленту новостей, показатели физической активности и другие данные. Умный аксессуар вполне сгодится и в качестве стильного украшения. На дисплее могут отражаться разнообразные узоры и картинки. В фирменном приложении, помимо выбора нужных уведомлений, источников данных и заставок, доступна также функция подбора изображений на браслете под одежду. Емкость батареи устройства составляет всего 100 мАч. Но, как известно, электронная бумага крайне экономно расходует энергию. Заряда встроенного аккумулятора гаджету хватает на выполнение 8000 обновлений экрана или примерно на год работы при средней активности использования. Браслет полностью водонепроницаем благодаря нетоксичному гидрофобному нанопокрытию. Стоимость гаджета составляет $400. Magix Power Donut and Bagel. Это эргономичный и универсальный удлинитель, который умеет заряжать одновременно минимум 6 гаджетов в любой стране мира. Корпус Magix выполнен в форме круга. Такое решение, в отличие от линейных розеток-тройников, позволяет подсоединять к нему самые разные гаджеты одновременно. При этом само устройство сохраняет компактные размеры, оно легко умещается в карман. Интересно, что создателем девайса стала девушка-студентка, у которой в квартире оказалось слишком много гаджетов. Она предусмотрела все самые разнообразные разъемы, которые только возможны. Так что с помощью Magix Power Donut and Bagel пользователь сможет заряжать ноутбуки, планшеты, смартфоны, наушники, камеры, станции для зарядки аккумуляторов и прочее. Внутренний адаптер позволяет подсоединяться к сети любого стандарта, что является хорошим поводом брать Magix с собой в путешествие. Кроме того, устройство снабжено предохранителем, что надежно защищает все устройства от перепадов напряжения. Стоимость устройства составит $39.